хорошая игра была, было много моментов, мы забили, то есть много большинства у нас было. Все придет. В большинстве пока чего не хватает? Не знаю, много бросаем, мне кажется, перед воротами мало закрываем. А так, вы сами видели, большинство работ хорошо, шайбы двигаем, бросаем, так что где-то не повезло. В первом периоде было много брака, ошибок. Это с чем можно связать? Соперник так активно играл или сами как-то нервничали? Мне кажется, первая игра домашняя, можно немножко перенервничали, вот, хотели выбежать. Настраивались очень хорошо на игру. Мне кажется, я думаю, что немножко перенервничали. Ну, все-таки есть, да, какие-то переживания, то, что домашняя серия начинается? Вот. Ну, конечно, первая игра дома, давно не играли регулярку, так что я думаю, мы переживем эту игру, сделаем, разберем ошибки, как бы. Я думаю, что на следующую игру уже выйдем по-другому. Обновленную Фа-арену, как она вам? Шикарно, все шикарно. Болельщики красавцы болеют, спасибо им большое.